Я не буду говорить название следующей песни, потому что я уверена, что вы сами поймете. Но скажу, что это песня о жизни вообще, как таковой. И она последняя сегодня. Не жизнь, а песня. Thank you.
Спасибо. Эта песня называлась «Море». А, кто угадал, интересно, Диане? Догадались. Спасибо большое, что слушали, хлопали, не уходили, улыбались и разговаривали при этом. Спасибо за внимание, спасибо Диане Успенской. Человек изображал Макар Новиков. Я не выключала, а выключила. Блин. Волны и ветер. Игнат Кравцов. И Алексей Банников. Потусторонние звуки. Спасибо большое. Мария А. Лидер квинтета. Thank you.